В данных границах заказчиком назначено коммунальное предприятие «Городское капитальное строительство». Согласно решению, в данном микрорайоне будут построены многоэтажные жилые дома со встроенным детским садом. Этажность и количество детских мест будет определено после разработки проекта в соответствии с генеральным планом города Одессы, действующими строительными нормами и правилами. Да. Не отдельное здание, он будет находиться где-то на первом. Вы же понимаете, что сегодня на строительные нормы значительно направлены для населения, и площадя для населения, то есть где они могут отдыхать, увеличились и уменьшилось количество застраиваемой площади. Плюс ДБН сегодня позволяет на первых этажах размещать детские сады. Соответственно, будем максимально учитывать эти все требования и обеспечить людей социальными услугами, так сказать.